this name and this name is the same plant. Никто не озадачивается тканем этикетов в каждое растение. Стал, хочу пить, отравился. Ага. Said to you, okay. Он все пошлет для нам, но он хочет убедиться, что это будет правильно цвести. И вот мы наконец увидели это чудо вживую. Совершенно разные. И это один и тот же сорт. And this is ours, yes? That's it, yours. Это наше. Ждем цветения. Предлагает 1,7, мы говорим нет. А это он Pure Orange. Заберем. Очень тяжело. Вот отмечаем все, что есть. Есть растения, которые просто подождать, он прям пишет сроки. Brother Prince, какая Тони, вот нам подращивают. Все волновались, растут тут нас. Very nice. Вот прям капает на пол. Такой жары я еще нигде не встречала. Что в дальнейшем вот это не копилось, а сразу все вам. Это тоже все, мы приехали сейчас. Мы будем у него в приоритете, это даже есть на записи, мы номер один. Все будет в первую очередь делаться для нас. Мы находимся в магазине Микки. Мое. Я дам. More than 2 years. Чтобы произвести такое растение, требуется минимум 2 года до 1,7. Мы на ферме Джой. Смотрите, как тут красиво. Да, очень нестабильные, поэтому они могут цвести и так, вот так, вот так. Все два сорта использованы, и получился вот такой ребенок. И расцветает он белым, розовеет, и в конце становится вот таким, может быть, даже темнее. Тут всегда такое цветение, почему-то только у Питера, не знаю, в чем причина, но всегда полно чего цвести. А вот она пантерочка, которую все хотят. С этим рядом мы закончили, пойдем обратно. Это материнское растение. Их возьмем чуть позже, очень аккуратно.